Привіт, друзі! Як завжди, в цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання, час приєднатись до нас, це розмова на тему, під час якої ми з вами поговоримо про життя мусульман в Миколаєві. Як завжди, по середах Миколаївська обласна рада національних товариств представляє. Сьогодні у нас в гостях голова мусульманської громади Миколаївської області Абдулла Тимірбулатов і заступник голови мусульманської громади Миколаївської області Хусейн Ісаєв. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Вы впервые у нас в студии, и очень приятно, что наконец-то мы можем представить нашим зрителям представителей мусульманской общины. И не просто там представители, а именно главу мусульманской общины города Николаева, это Абдулла Тимирбулатов, друзья мои, и его заместитель Хусейн Ісаєв. И поэтому в связи с тем, что вы впервые в нашем эфире, но я надеюсь, что не последний раз, правда? Лиха беда начала, да? Конечно. Абдулла Тимирбулатов. Поэтому мы будем говорить сегодня о том, как живет мусульманская община Николаевской области. Абдулла Рурухмаевич, вы глава мусульманской общины, будьте добры. Как вы сегодня живете в наших краях? Здравствуйте еще раз. Хотел вас немножко поправить, что я уже второй раз вот присутствую у вас на телевидении. И очень рад, что вы пригласили меня и уделяете такое внимание нам, в частности, тоже. Потому что мы неотъемлемая часть украинского мультикультурного многонационального народа. Вот. И хотел бы сказать, что мусульмане, как и все остальные украинцы, все остальные представители разных конфессий живут на Украине очень даже хорошо, спокойно. Хотелось бы сказать, что вот в адрес украинцев очень выражаю огромную благодарность, что настолько украинцы толерантный народ, что, слава Богу, мы живем в мире и спокойствии. Будьте добры, Хусейн Ісаєвич, теперь вы молвите слово. Я говорила о том, что впервые у нас, друзья, наши сегодняшние гости, но видите, оказывается, не впервые. Вот так вот сюрприз. Хусейн Ісаєвич, будьте добры, теперь вы молвите слово. Абдулла Рурухмаевич выразил благодарность жителям нашей области. Вы. Здравствуйте. Мне тоже, я, кстати, первый раз на телевидении. Да. Все-таки вы первый раз на телевидении. Я первый, да, раз на телевидении. Да, моему главе уже доводилось, мне еще первый раз. Так что я поприветствую и слава Богу, что вы меня пригласили. И есть что сказать по поводу того, что ислам, да, всегда у нас двери открыты. И ислам всегда развивается для того, чтобы показать людям, что он на самом деле есть. Вот. И мой учитель и также как глава расскажет об этом поподробнее. Абдулла Рухмаевич, будьте добры. Итак, как живет сегодня мусульманская община? Ну, живете вы хорошо, слава Богу, и спокойно. Да. Ваша деятельность, будьте добры, кроме того, что вы собираетесь на молитву, вы еще и духовное лицо, и, можно сказать, вы духовный лидер, и поэтому вы совмещаете и духовную деятельность, и общественную деятельность. Да. Вам не мешает одно другому? Конечно, в исламе одно другому не мешает, по большому счету. Человек может заниматься и мирскими делами, например, и светским образом жизни. Также может, это ему не мешает вести религиозную жизнь, религиозную деятельность, быть, например, лидером, главой мусульман. Так как одно, если не противоречит другому, при условии, конечно. Вот я, конечно, в начале эфира вот, рассказывал в плане жизни и сосуществования с другими конфессиями в нашем городе, в частности. А так как религиозная жизнь, могу сказать следующее, что мы зарегистрировались. У нас не маленькая история, у нас очень длинная история, можно сказать, с распада Советского Союза уже как бы более так
расширенно и более свободно мы вели нашу деятельность. Наша община здесь, в Николаеве, была зарегистрирована 1994 года, но за два года до регистрации общины было зарегистрировано Духовное управление мусульман Украины во главе с шейхом Ахмадом. Вот на протяжении вот всех этих лет мы ведем вот религиозную деятельность среди наших мусульман. Вот мы как бы ведем с ними как бы профилактическую тоже деятельность, воспитываем их детей, например, наставляем их, вот, чтобы они сохраняли свои традиции, чтобы они жили в духе ислама, хоть и они находятся не в своей родине, например. Тем не менее, они, слава Богу, посещают часто мечеть, получают религиозные уроки. Мы также их учим культуре и нравственности, также к поведению, вот, как с родителями, так и с остальными, как и своими сверстниками, друзьями, например, с коллегами. Вот тогда вот для них жизнь здесь намного легче. Соблюдая религию, знают они, как нужно это делать, и как бы работают, существуют здесь, живут. И вот эти брошюры, которые лежат у нас на столе, это выпускает ваша религиозная мусульманская община. Чему они посвящены? Тому, что вы сейчас перечислили, как себя вести, как жить? Да, тут есть брошюры разных тематик. У нас очень много книг, также мы выпускаем полную литературу, как бы полноценную литературу. А это брошюрки для того, чтобы человек мог получить такую... Вести в курс дела, да, так кратко? Да, азы такие, чтобы мог получить. Например... Там советы так, родителям. Да, мы так не устроили их, конечно, соответственно. Например, вот советы родителям, допустим, как должны вести себя родители со своими детьми, например. А вот также есть рядом здесь 10 советов для мужа, например. И с другой стороны уже вот 10 советов для жены, например, для супруги. Также, например, Иисус в исламе, какое место занимает Иисус в исламе. Это немаловажно в исламе, потому что Иисус, мир ему, является в исламе пророком и посланником, самым из почетных пророков и посланников. Заметьте, что Мария, мать Иисуса, является самой благочестивой, самой почетной женщиной в исламе. То есть вот, мусульмане даже чтут Божью Матерь? Ну, мы так не считаем. Но, конечно, тем не менее, вы с уважением относитесь? Не то, что с уважением, мы относимся с почтением, мы возвеличиваем ее и считаем ее самой лучшей женщиной на земле. Вот. Даже не мать пророка Мухаммада, мир ему, даже не жену, даже не дочь пророка Мухаммада, а именно Марию, мать Иисуса, алейхиссалям. Также, например, вот тоже литература, то есть ознакомление с той нынешней литературой, которая есть на прилавках, в библиотеках у людей, вот так называемый Коран, перевод Корана. Почему не следует его приобретать, почему не следует читать, почему не следует опираться на эту книгу. Вот вся эта суть, как говорится, рассказывается. Почему не следует приобретать, да, Коран? Почему не следует именно перевод? Потому что мы, как специалисты в области религии, специалисты в вопросах арабского языка, понимаем, что арабский язык очень богатый язык, и невозможно, и вот смысл передать там в двух словах или же вкратце передать такой обширный смысл священного Корана. То есть Коран нужно читать только на арабском языке? Коран нужно читать на арабском языке, или же нужно читать толкование Корана на арабском языке. Вот. Мы пытаемся, конечно, работаем над тем, чтобы издать именно перевод толкования Корана, вот, но никак не работаем над тем, чтобы переводить сам содержание самого Корана, самой книги, так как это невозможно. Вот об этом тут рассказывается вкратце. Ну, в общем, такие познавательные брошюры и также и книги, которые ознакомливают человека, не знающего ислам, с исламом, имеются у нас. Но мы работаем не только над этим.
А вот у вас есть такая замечательная брошюрка, здесь вот вы показали, 10 советов для мужа и 10 советов для жены. Они отличаются от других религий, вот ваши мусульманские советы? Конечно, в целом у нас и женщин, и мужчин, например, и жен, и мужей призывают к добру, к снисхождению, к уступке, призывают к добрым отношениям, призывают к взаимопониманию. Вот, в частности, я думаю, что особо так в таких вопросах не отличается. Ну вот, например, в христианской религии есть изречение «жена да убоится своего мужа». У мусульман тоже так? Ну, у мусульман жена должна уважать своего мужа, почитать его. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, призывал к этому, он сказал, если бы я повелевал бы кому-либо, призывал бы кого-либо совершать земной поклон кому-либо, то я бы призывал бы женщину совершать земной поклон своему мужу, то есть из уважения к нему, не с целью обожествлять или же поклониться ему, а с целью почитание, уважение к нему. Хотя земной поклон в исламе делается только Всевышнему Богу. В исламе запрещается совершать земной поклон. Mm-hmm. То есть пророк этим самым хотел объяснить, что муж для жены занимает такое место, что нужно относиться к нему с почтением и с уважением. Конечно же, отношение мужа к жене тоже... Соответственно, да. То есть не бить жену, не таскать ее там за волосы, не... Конечно, само собой. Не докорять ее, как часто бывает, когда приходят мужья и докоряют жены, ты там ни то не сделала, ни то. А как мусульманские мужья наставляют своих жен? С любовью, но твердо? Конечно, необходимо. Мы, как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что женщина создана из левого ребра мужчины. Вот из левого ребра Адама была создана Ева. Поэтому сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, если вы попытаетесь ее выпрямить, то она сломается. Согнете ее сильнее, она сломается. Поэтому нужно иметь что-то нейтральное. То есть отношение к женщине такое нейтральное. Не сильно грубым и строгим, и не сильно мягким. Ну, это очень интересный у вас такой подход, Абдуллах Рухмаевич, мусульман, что вот действительно не грубый и не мягкий, а некая такая золотая середина, да, которая должна, в принципе, присутствовать, наверное, в любой семье, не только в мусульманской. Абдуллах Рухмаевич, вы сейчас коснулись, вот у вас даже есть брошюра о том, какое место Иисус занимает в исламе, и у вас пророк вашей религии мусульманской, пророк Мухаммед. И вот 10 декабря мусульмане Николаевской области, друзья мои, соберутся на торжества, посвященные дню рождения пророка Мухаммеда. Будьте добры. Ну, что могу рассказать об этом празднике? Изначально этот праздник, конечно же, не праздновался самим пророком, саллиллаху алейхи вассалям, мир ему. И не праздновали его сподвижники. Вот первым, кто отпраздновал рождение пророка, день рождения, или же месяц рождения пророка, это человек по имени Музаффар, который был правителем, если я не ошибусь, Туркменистана, Музаффар. Это в 7 веке по хиджре, по летоисчислению мусульман. Он собрал всех ученых, на этот праздник, провел этот праздник, угостил всех людей, присутствующих, и, ну, выразил таким образом радость рождения пророка. И все ученые ислама на то время одобрили это деяние, это его действие, это как бы его новшество. И уже как бы взяли за традицию, что испокон веков, уже с тех времен, все мусульмане празднуют рождение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже мусульмане не то, что день рождения празднуют, а целый месяц рождения пророка празднуют. Это получается по летоисчислению Рабиуль-Авваль. Это у нас сейчас идет, то есть если ориентироваться по Григорианскому календарю, это получается 30 ноября было день рождения пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Да. И сейчас вот все это время происходит празднование дня рождения пророка Мухаммеда. Да. То есть у вас веселые дни. Да.
У нас, можно сказать, целый месяц праздника. Это очень хорошо. Абдулла Рухмаевич, Хусейн Исаевич, будьте добры. Вот вы, мусульмане, у нас в эфире, вы такие милые, ну, правда, телезрители? Милые, хорошие, спасибо. Светлые лица у нас сегодня в эфире. И вы понимаете, но дело в том, что с мусульманской религией еще связаны, может быть, некоторые опасения, виной тому, то, что происходит в мире. И хотелось бы, чтобы из ваших уст услышать, что мусульманство, ислам – это религия мира, а не религия войны. С удовольствием сделаю это. Мне очень бывает больно и обидно, когда вот ислам прерывает какому-то терроризму или какому-то злодеянию. Всегда часто бывает, что разные СМИ, например, рассказывая о каком-то злодеянии, например, обязательно подчеркивают, да? Там религиозную принадлежность или говорят там исламский терроризм, там мусульмане террористы и так далее. Хоть и об этом не все говорят прямо, но все равно к этому как бы все идет и намекают, можно сказать так. Ислам, по сути, это религия добра, религия мира, религия, которая приносит человеку спасение и на этом свете, и на том свете. Ислам – это то, что призывает к покорности одному Создателю, а Создатель, он не повелевает и не призывает никого убивать кого-либо, угнетать кого-либо, вот, без права на то. Поэтому ислам чист. И от терроризма, и от злодеяния. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, если вы прочтете историю пророка, саллиллаху алейхи вассалям, за всю свою жизнь он не призывал людей убивать, не убил невинного человека. Вот, наоборот, поощрял добрые отношения, вот, милосердное отношение людей к людям. Да, он призывал к добру, призывал уверовать в одного Создателя. Да, он назвал, например, язычников язычниками, назвал там представителей других конфессий представителями других конфессий. Например, вот в Коране, например, не раз упоминается, например, люди Писания, например. Вот, но тем не менее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не разрушал, например, культовые сооружения других конфессий, как христиан, как иудеев, например. Вот по сей день вы видите, например, в мусульманских странах есть церкви, есть синагоги, например. Я проживал какое-то время в Сирии, там, да, в центре Дамаска есть очень огромная церковь, например. Проживал православная, так, да? Ну, я не знаю, это может быть католическая, может быть ортодоксальная. Но существует. Факт в том, что существует эти церкви. Христианская церковь. Да, христианская церковь. Например, проживал в Бейруте, то есть в Ливане. Там так очень много церквей было, разных течений, например. И никто из мусульман там не разрушал, там не отстаивал там какие-то эти самые, чтобы там их снесли, чтобы их устранили и так далее. То есть ислам призывает к терпимости, призывает к добру, но, конечно, не забывает о моральных принципах, о религиозных принципах, чтобы каждый человек понимал, что он должен проявлять покорность Всевышнему Творцу. Абдулла Рухмаевич, и вот волей Аллаха вы оказались здесь, на Николаевской земле, вы были и там, то есть вам есть с чем сравнить. И когда вы приехали сюда, здесь же, в принципе, мусульманская вера, мусульманская община, она еле теплилась или вообще ее не было? Ну, на протяжении всего времени до моего приезда сюда, или, скажем так, до моего назначения в Николаев, конечно, существовала община, она функционировала, но, конечно, как и сейчас, ныне, оно терпит некоторые проблемы, например, как отсутствие культового сооружения. Ну, первое – это отсутствие культового здания, то есть отсутствие мечети. Да. Это боль всех мусульман Николаевской области, потому что нет мечети. Больше всего, конечно, мусульман обижает и затрагивает тот факт, что у мусульман существует здесь мечеть, вот, которая как бы испокон веков, уже в течение двух или более веков принадлежала мусульманам, которая была выделена для мусульман.
но уже после распада Советского Союза никак не могут вернуть его мусульманам. Вот, ну, по разным причинам вот местные власти, ну, как бы не хотят нам его возвращать. И мы часто и пишем, и обращаемся в разные инстанции, например, обращаемся к городским депутатам и к городским властям, но пока тщетно, можно сказать. Ну, в принципе, да, потому что у православных есть церковь, у иудеев есть синагога, у католиков и протестантов есть кирха и костел, а вот мусульмане нашей области как-то обделены. Ну, к сожалению, конечно, к большому сожалению, так оно и есть, факты нужно как бы говорить. По сути, насколько нам известно, в Николаеве с давних времен было даже три мечети. Было, да. Да, было три мечети или одна большая мечеть, которая находилась на территории садика, бывшего садика Петровского, сейчас это Народный парк. Вот там была большая мечеть, и мусульмане, и христиане, и иудеи жили в мире друг с другом. Да. Не мешали друг другу при этом. Ну, слава Богу, мы и сейчас пытаемся соблюдать ту же традицию, что и соблюдали наши предки мусульмане, проживавшие здесь, как и соблюдают традицию все остальные мусульмане, которые придерживаются действительности ислама. Вот. Но, конечно, мы искренне надеемся, что когда-нибудь справедливость восторжествует. Но вы же верующие люди, друзья мои, то есть тут... Поэтому мы как бы терпеливо ждем, пока... Терпеливо. Терпеливо, но настойчиво, да, Абдулла Рухмаевич? Терпеливо, да, настойчиво, но пока еще никто нам как бы взаимностью не ответил в этом вопросе. Но, тем не менее, работу вы все-таки ведете. Конечно, работы ведутся, мы проводим пятничные молитвы, у нас хоть и не съемное, но цокольное помещение по улице, по этот адресу 3-я Продольная. Вот. Ну, хотя мы в тесноте не умещаемся, но все равно как-то стараемся проводить наши служения. Вот, проводим там религиозные уроки, вот, например, занимаемся ну, и похоронами, и, ну, все вопросы оттуда получаются. То есть все вопросы жизнедеятельности мусульман, они стекаются именно к вам, да, в вашу мусульманскую общину. Да. То есть это не просто у вас мусульманская, но мусульманская религиозная община, да, правильно? Да. А будьте добры, Хусейн Исаевич, Абдулла Рухмаевич, вот сегодня вот вы говорили о воспитании детей, о том, 10 советов мужу и жене. А сегодня как-то вот нравственные устои, они размываются. Мусульмане стоят все-таки на страже соблюдения нравственных законов, соблюдения семьи, воспитания детей. К большому сожалению, конечно, должен констатировать тот факт, что нам очень тяжело, вот, в частности сказать, в этом обществе, в котором утрачиваются вот эти моральные ценности, нам очень тяжело соблюдать это все. Нам очень тяжело прививать нашим детям, нашим подрастающим братьям, подрастающему поколению, вот, прививать вот это, приучать их к этому. Но тем не менее мы как бы проявляем старания. Вот могу сказать, что те дети, которые воспитывались у нас, которые проходят обучение у нас, они более, ну, отличаются, более воспитаннее, чем те, которые, например, воспитываются не в мечети, не в пределах мечети. То есть они духовно наполнены, да? Да, да, более спокойны, вот, можно сказать, контролируют как бы свою цензуру. И могу сказать, что все равно есть результат, положительный результат есть. Но мы не можем достичь, конечно,
Желаю ему результата по причине вот воздействия окружающего общества, можно сказать так. Но если вы не будете все равно идти по пути добра, по пути света, то тогда вообще сомкнется тьма, потому что и христиане стараются своих детей воспитывать в нравственном духе, мусульмане воспитывают своих детей в нравственном духе, иудеи своих. Да, много зла. Почему много зла? Как вы думаете? Вот вы как имам, почему так много зла, Абдулла Рухмаевич? Много зла, потому что в наше время много кто позабыл о Боге. Вот, позабыл о то есть, тех ценностях, которым призывает религия. Вот, если человек обратится вот в эту путь, то он будет иметь вот те моральные качества, которым призывает в действительности религия. И жизнь станет... И веселее, и теплее, да? Друзья мои, спасибо вам большое. Друзья мои, сегодня у нас в эфире были глава мусульманской общины Николаевской области Абдулла Тимирбулатов и заместитель главы мусульманской общины Николаевской области Хусейн Исаев. И как видите, если есть Бог в душе, независимо от того, в кого ты веришь и какой религии принадлежишь, то тогда и жизнь и светлее, и теплее. И, конечно же, лучше. А главное, чтобы мир был в душе. Друзья мои, спасибо большое. Це була розмова на тему. На все добре.